В Алматы объявлены ярмарки с распродажами. Предпраздничные скидки, ликвидацию товара предлагают почти все ритейлеры и продавцы. Кроме того, выходной досуг можно провести с выгодой. Спортивные объекты и развлекательные центры также дали старт марафону скидок. Многодетным семьям и нуждающимся вход и вовсе бесплатный. Более подробно в материале Айсары Бисеновой. В Алматы продолжается сезон скидок и распродаж. Витрины пестрят объявлениями о тотальной ликвидации товара. Жители мегаполиса пришли с утра в торговые центры, чтобы не упустить возможность купить вещи, обувь и другие товары по сниженным ценам. Ну и я, не упуская удобного случая, наверняка приобрету для себя что-нибудь интересненькое. Праздничные выходные – отличный повод для жителей мегаполиса провести свой досуг во время шопинга. Тем более во всех торговых домах и рынках города праздничные скидки от 20 до 50%. В первый же день акции алматинцы ринулись в бутики за покупками. Каждый из них в поисках нужной вещи по очень выгодным ценам. У меня два внука, вот хотела выбрать курточки. Ну, цена нравится мне. Мы очень довольны и рады, что такие скидки, да, мы просто увидели, пришли с семьей и приобрести себе и детям. Кроме магазинов, в дни Старого Нового года в Медеусском районе пройдет мероприятие в рамках фестиваля зимы. В течение двух дней на специальной горке, расположенной на трамплине Сункар, действует 50% скидка для всех. Стоимость 2000 тенге час. Сегодня за 1000 тенге можно приехать покататься. Сегодня, завтра. Вот. Наша горка, она безопасная, сделана из искусственного снега, вот, ровная, без всяких трамплинов, поворотов, огорожена сетками, огорожена матами. В Жетусусском районе открыли также горку, доступ к которой со своим инвентарем является бесплатным. Снежный подъем организовали прямо в парке. Мы вот на территории Большого Алматинского канала буквально за 3-4 дня организовали снежный подъем, организовали горку. Участие принимали наши коммунальные службы. Стоит отметить, что снег мы брали чистый. Возле этой горки создали все условия. Многодетные мамочки вышли, чтобы угостить всех пришедших горячим чаем и закусками. Городская администрация даже организовала катание на пони для детей. Заряжаешься бодростью, позитивным настроением. Все классно, все отлично, все нравится. Ага. Дочка старшая, да? Как тебя зовут? Лейла. Лейла ее зовут. Тебе нравится здесь? Да. На катке Медео в эти дни вход для детей до 7 лет, пенсионеров всех категорий, детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет, инвалидов бесплатным. Для школьников и студентов специальная скидка 15%. Для взрослых скидка составляет 10%. Айсара Бисенова, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.